Вот прямо сейчас, Сергей Евгеньевич, ваши потенциальные избиратели из Москвы отдают за вас свои голоса абсолютно добровольно, с чистым сердцем и очень радостно. И сейчас они, конечно же, за это получат ваши проплаченные вами мэрские блага. Так, вот сейчас вот первая подпись за вас пошла. Спасибо. Сейчас вам тоже будет подарок. Вот. Настоящие москвичи. Откуда вы? В смысле, с улицы? Да, улица какая? Чертаново? Чертаново. Я с Ангарска. Вы? Чертаново. Чертаново. Ну, крутой, наверное, район. А ты сам из Питера, Я из Питера, да. Я с Центрального. Ты сам как за него относишься? Да? Я очень положительно. Мне он очень помог в свое время. Поэтому вот я ему сейчас здесь помогаю. Нет, он, конечно, молодец. Мы открыли Ленинградский фронт. Подожди, я еще... Ну, пока ты там паспорт дашь. Я не помню. Да. Потом я отвечу паспорт. Сейчас, парни, не пожалеете. Я вам отличное шоу устрою, отличные подарки будут. А пауку-то как приятно будет, представляете? Ну, вообще. Так, ладно, небольшой перерыв.